Позвольте, я представлю вновь музыкантов, которые сегодня будут играть для вас. Снова представлю. Антон Боронин, друзья. Сергей Васильев. И Давид Кибичев.
Которая называется «This Can't Be Love». This can't be love because I feel so well. I learned to live.
Скажите, пожалуйста, в зале есть Лола? Не врач, Лола. Хоть одна Лола. Ну почему никогда нет ни одной Лолы? Так, девушка, будьте Лолой на одну песенку. Вы такая милая, вы настоящая Лола. Спасибо. Итак, друзья, песня посвящается милой девушке Лоле и всем прекрасным дамам. То есть это наша с вами песенка девичья. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Give.
переходка приходит. Какая прелесть. Боже, у меня прям сердце радуется. Спасибо. Ура. Ну, а как без мужчин? А сейчас мы споем и сыграем композицию, которая называется «Билл Белли». Ну, в зале Билла я не буду искать. Я думаю, что в Ульяновске мало Билла живет. Или вы знаете одного такого? Если знаете, скажите мне его номер. О, отлично. Билл, здравствуйте, наконец-то, ура! Поклопаем Биллу. Итак, Билл, пою песню тебе. She come home, Bill Bear, come on home. She moans me all night long. I'll do the cooking, honey, and I'll pay the rent. I know I done you wrong. Remember that rainy evening, baby, when I put you out with nothing but a fight to come. I don't have to blame. Got in that shame, feel bad. Thank you.
Мы будем играть вот этот кусочек, пока вы не будете нам очень громко аплодировать, прям все вместе. Мы не можем проиграть! Аплодисменты — это наш хлеб. То есть мы как бы едим еще другую пищу, но на сцене это наш хлеб. И не думайте, что вы нас перекормите этим хлебом. Мы любим много аплодисментов. Очень. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Things going so right, not a single day's hurrying by.
слов. Антон Боровой. Сергей Васильев. Телевизор у простых людей появился впервые. Может быть, зря. Но мы об этом споем как радостную новость. TV is the thing this year. TV is the thing this year.
Я хочу с вами порепетировать. Нет. Нет. Но если хотите... Ой. Только не это. Знаете, что хочу порепетировать с вами? Мы с вами слушаем джаз. Это джаз. И мы в джазе выделяем вторую и четвертую доли. То есть, если мы в русской народной музыке хлопаем на первую и третью, там валенки, да, так же выходит. А в джазе мы хлопаем на вторую. Ну, сложно, я даже не могу. Вот. Давайте попробуем по джазовым. Давайте последнюю вот эту TV, Bridge. И мы с вами просто повторяйте за мной, да? Попробуем? Знала, что ульяновская публика очень теплая. Я здесь была 6 лет назад. Может быть, кто-то был на моем концерте. Мы выступали с академиками вашими. Классные, Александр. Отлично, спасибо. Сейчас я пойду немножко отдохну. И ребята для вас хотят исполнить композицию из кинофильма «День сурка». Thank you.
большим поворотом, друзья. Сергей Васильев. Давид Кричал. Грязные танцы вам что-то говорят? А Патрик Суэйзи. В общем, сейчас будет произведение из этого фильма. Если кто-то хорошо очень знает этот фильм, подумайте, с какого момента прозвучит эта композиция. Спасибо, дорогие друзья. Следующая композиция, которую мы для вас исполним, называется «Big City». Все мы живем в больших городах. Big City. There's no massacre. Where I'd rather be. Just
show me some bright lights. Big cities for me. Класс! Молодцы! What living in mountains. Присоединяйтесь! Where people run and free. Just give me some bright lights. Big cities for me. Wow! Come on to the city. Big cities for me.
абсолютно неизвестной композиции исполняется впервые. Возможно, мне ради такого дела сейчас голову сбежала, чтобы баллада. I'm stuck on your heart.
песня про вас. Вы лучшие, вы лучшие. Спасибо. Антон Воронин, друзья. В заключение нашего прекрасного, блестящего концерта мы хотим для вас... Нет, ну похлопайте уж тогда. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, друзья. Девочки, я хочу, чтобы вы со мной ездили на все концерты. Просто как будто я им плачу гонорар. Вы красотки, спасибо огромное. Сейчас мы для вас сыграем композицию, которая всегда настраивает на спокойный такой тихий лад. И, наконец-то, полноценное большое соло сыграет для вас наш Давид Кибычал. Thank you.
4 хлопать. Теперь мы с вами научимся все то же самое, только щелкать. Все умеют? Сейчас мы с вами прощелкаем вступление. То есть на нас с вами, ну в смысле не прощелкаем. Смешно получилось, да. Ну в общем, как получится. Давайте попробуем. Итак, я посчитаю. Раз, два, три.
кажется, в роте подковки может навстречу две остановки. Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, кто-то теряет песенку эту. Вы все повторяете, если найдете, ну не потеряйте. Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, кто-то находит, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то находит, последний, кто-то теряет. Мы сегодня нашли с вами друг друга, друзья.